Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. 37 уголовных дел по коррупции заведено за полгода в Кировской области. Об этом сообщает прокуратура региона. По ее данным, всего за это время выявлено почти 2000 нарушений законодательства, имеющих коррупционную составляющую. Дисциплинарную и административную ответственность понесли более 350 коррупционеров. Установлено 6 случаев, когда чиновники занимались бизнесом, 170 фактов, когда они утаили данные о доходах, 43 факта несоблюдения законов о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Программа «Экономика». Налоговая получит новый инструмент борьбы с уклонением от расчетов с бюджетом. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ограничивающий основания, по которым налоговики могут отказать налогоплательщику в уменьшении платежей. Формальные ошибки в документах или неуплата налогов не будут считаться поводом для претензий. Но снизить платежи, исказив факты о хозяйственной деятельности и объектах налогообложения, не получится. В Кировском управлении налоговой службы отмечают, что это станет способом борьбы с фирмами-однодневками и формально правомерными способами для ухода от налогов. Сейчас споры о необоснованной налоговой выгоде составляют почти половину дел между бизнесом и налоговиками. Оспариваемая сумма по таким делам в этом году составила 200 миллионов рублей. В большинстве случаев решения выносятся в пользу налоговой. Экономика на 101 FM. Область распродает имущество госпредприятия обслуживания медтранспорта. Организация ликвидируется. Аукцион состоится 23 июля. На торги выставлены 11 единиц техники на 400 тысяч рублей, пишет «Навигатор». Финансовое состояние предприятия в последние 3 года оценивалось как нестабильное, росли убытки. КСП признала деятельность КАГУПа неэффективной. Директор его попал на скамью подсудимых по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Он за деньги пообещал представителю строительной компании согласовать проект сокращения санитарно-защитной зоны для проектирования многоквартирных домов. В завершение о валютах: доллар на сегодня 60.92, курс евро 69.45. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.